убираем. Последняя полосочка осталась. Небольшая. На этом поле. Жара стоит. Ветер. Нагрузился. Заводим динозавра. Последний выезд и в стойло. Уборка подходит к завершению. Остались последние гектары. Надеюсь, все пройдет удачно, без поломок. Такая вот у нас сушь. Такие щели. Рука пролазит. Как здесь что-то еще выросло. Такая пшеничка. Местами, конечно, подгорело. Ну, хоть что-то выросло. Пришли КАМАЗы. Погода портится, сегодня такой ветер, зерно выдует. Погрузка продолжается. Такой вот прицепчик 30-тонный. Неудобно. Так стоим на солнце прям. Плохо видно будет.
спуска примерно минут 40. Ночью грузимся. Ну вот и все, конец уборки 2022 года. Убрано, успели до дождя, на завтра дождик. Вот так. Вроде как и радостно, что уборка закончилась, ну и грустно, вроде как не хочется уже, привыкли к ней, но все, урожаем довольны по этому году.